Всем привет, с вами Яна. Обалдеть можно, да? Мы сегодня с вами будем играть не в PUBG. Вот сегодня я решила тут поиграть в Радугу. Все-таки бесплатные выходные. Может понравится, может зайдет. И будем дальше играть. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну заходите, заходите. Чего они не заходят? Патроны! Я первого убила, все. Поздравьте меня. Ни разу еще не убивала. Один враг еще жив. Нет, это вообще я первый раз играю в... Враг уничтожен. Поздравляю команду. Спасибо. Я еще одного убила. Вот, я только включила, первое убийство сделала. Откуда стреляют? Я что-то не поняла. С крыши, что ли? А! Ну ладно. Надо было у него лом забрать. Да я даже не знаю, что там забирать. Что, у кого сейчас забирать? Подождите, так я что-то могу сделать еще? Я думала, это все. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Я на нуле! Он молодец. Ура. Так, я кого-то убила. Так, там у нас наш деактиватор. Что-то закидывают. Жив один оперативник. Короче, не поняла, что там, как там убили. Ну что-то как-то... Слушайте, а мне уже нравится, я уже кого-то убиваю. Хоть меня тоже убивают, но... Я же убиваю, это уже классно. Что, они уже всех поубивали оранжевых? Тоже к ним хочу. Че, там замуровались, блин. Даже я не пройду к ним. Один враг еще жив. Ничего себе! Круто! Победа! Интересно, где последний? Ну, 15 секунд осталось. Не, ну я тащу эти катки! Вы видите? Как обычно, мне игра пишет, что ошибка подключения. ОБС-ка у меня зависает. И стрим заканчивается на самом интересном месте. Я только разыгралась, только начала всех убивать. Если вы хотите, чтобы я еще поиграла в эту игру, то пишите в комментарии. Осталось, конечно, совсем немного времени, всего 4 дня, она будет бесплатная. Но если вы хотите, я в нее еще поиграю. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.